В Ульяновской области продолжается осенний этап лесовосстановления. Саженцы сажают не только в лесах, но и в городе. Так, ели и рябины посадили в Засвияжском сквере «Династия». К жителям присоединились губернатор Алексей Русских и глава города Александр Балдакин. Ежегодно проходит осенняя высадка деревьев. В этом году у нас запланировано 635 деревьев и более 1000 кустов. Вот сегодня мы находимся с вами в сквере «Династия». Сейчас мы посадим около 16 деревьев. 6 елей и 10 рябин. Сквер на Самарской – новое место отдыха. Раньше между школой номер 70 и домом номер 23 был пустырь, поросший бурьяном. Привести территорию в порядок взялись сами жители. С территории вывезли самовольно установленные гаражи, убрали поросль, провели серию субботников. Затем по программе поддержки местных инициатив удалось асфальтировать дорожки, смонтировать освещение, лавочки, урны, спортивную площадку, а также сцену, где проходят праздники и кинопоказы. На месте пустыря, заброшенной территории, вырос такой большой прекрасный сквер. Сквер, который сейчас называется «Династия». В этом сквере очень много трудов вложено, сил вложено. Ну, поставили детские площадки, облагородили, обустроили, посадили очень много деревьев. Вот и сейчас сажаем прекрасные деревья. Саженцы прежде выращивают в городском питомнике. По информации городской администрации, план городского озеленения выполнен на 30%. Все работы завершат до 15 ноября. А дальше озеленители будут следить за молодыми деревьями, чтобы они прижились. Кирилл Саосин, Герман Баранов, Управда ТВ.